Цитах ты в нынь посида силки, силки. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, гула ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Саамскую культуру и в первую очередь язык постепенно накрывает пелена забвения. В Мурманской области осталось всего 1500 представителей этого коренного северного народа. Однако активисты не сдаются и всеми возможными способами пытаются сохранить свою этническую идентичность. В честь Международного дня саамов общественники встретились с главой региона. И мы составили разговорник, чтобы теперь у пользователя была возможность прочитать, как это написано по-русски, по-саамски, и нажать кнопку «Плей». Мобильное приложение для изучения саамского языка – одна из разработок прошлого года, которую удалось реализовать благодаря правительственному гранту. Программа объясняет грамматические правила, помогает выучить алфавит, основной словарный запас и разговорные фразы. На подобные проекты по сохранению саамской культуры в этом году областное правительство выделяет больше 23 миллионов рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021. Договариваемся о том, чтобы еще более активно культура саами была во всей жизни, в том числе была доступна и гостям, которые приезжают к нам, была доступна нашим жителям, которые тоже могут выехать отдохнуть на выходные, чтобы вот все точки туризма активно показывали, пропагандировали и культуру, и историю. Кроме грантовой помощи, областное правительство увеличит и финансирование субсидий для поддержки общин коренных малочисленных народов. Общая сумма составит больше 5 миллионов рублей. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ 21+.